что доброе утро. Продолжаем. Вообще жесть, не выспался. Вообще ни капли. Ну все, мы дома. Да. На российской земле. Мы таки прошли границу, нас заставили все вытащить. На казахстанской не так проверяли, а на российской прям тщательно мы все вытаскивали. Поют красота. И добрался до города Оренбург. Сейчас вот по Оренбургу шагаем. А вообще мы сюда вот заехали как бы чуть-чуть неправильно. Мы должны были объехать его вообще по объездной трассе, а навигатор почему-то нас завел сюда. Да, не говори. Через сквозь года. Но Оренбург такой, короче, небольшой городок. Ничего, где-то красиво, где-то старинные здания.
районам, да? В общем, въезжаем в центральный район. Ага. Просто здесь как бы, как будто бы дорога где-то за городом. Ни домов, ничего нету. Ну, у нас районы так разделены. А-а-а. Так говоря, дворик. В этом доме мы сегодня остановимся. Вот, собственно говоря, мы в Тольятти. Сестра решила нас провести по таким, наверное, знаковым местам. И вот здесь вроде бы как бы все такое обычное, а вот там река Волга. Сейчас мы туда пойдем. Мы идем к памятнику Татищеву. Татищеву, да. Это писатель? Не знаешь, ясно. Вот, в общем, здесь такая красота. Это как будто мы вот прям вот куда-то, куда-то лабиринт, попали. Лабиринт влюбленных. Здесь вот находится лабиринт влюбленных. Два влюбленных должны найти друг друга в этом лабиринте. На море, хотя это просто река. Так вот. Там вон сестра моя. Рассказывай, сестра. Как тебе? Как тебе живется тут? На Волге, возле Волги, без меня-то. Скучно. Да? Ну да. Надо прибухнуть. Да. В Тольятти. Ну вот и все. Третий день видео.